Отлично. Грай. Бэкстейдж. Давай там еще сделаешь кадр и все. Да? Да. Хорошо. Что вы можете сказать вашим зрителям? Режиссер замучил. 5 часов утра. Какой 5? 4 часа утра поднял и издевается над Дуку дедушкой. Пока. Нет, ну ты странный дед, я сказал минуту, сражаемся потом. Давай. А зачем? Рано. Хорошо, он встал уже, еще раз давай. Два раза он встает. А зачем? Ну зараз я без... Итак, друзья, данный репортаж был подготовлен вместе с Альфонсом и дедушкой. Дедушка играл графа Дуку, а Альфонс Оби-Вана Кеноби. Ну а я Энакина, понятное дело. Что хочется сказать. Мы рады, что вы посмотрели данный видеоролик. Это уже наш третий на моей памяти такой фильм, который мы снимали. Первый был в 2017 году, где был Энакин против Дарта Вейдера, как бы странно это ни звучало. И второй был уже, когда мы с дедушкой. Что мы делали? Не знаю. Битва на Мустафаре, дамы и господа. Он забыл, а вы, я надеюсь, помните. Ну, какие вы хотите, что вы хотите сказать подписчикам? Не забывайте дедушку. Будьте здоровы. У меня только что случилось. Поролоновая месть. Подожди, месть Поролона. Во время этих съемок пострадали не только мои штаны, не только штаны деда и вот его, но еще и меч. Кстати, надо заглушку искать. Где заглушка? Я потерял. Да. Не доверяйте ему заглушку. Можно говорить? Можно. Можно говорить. Итак, дорогие друзья, видите, что битва была на самом деле очень серьезная, не просто там такая постановочная, а Дуку били, то есть меня, со всего маха. Вот любимый мой внук, смотрите, сломал на мне свой световой меч. Так что все было по-серьезному. По-настоящему, друзья. Obi-Wan's gonna kill me. Obi-Wan's gonna kill me. Everyone's gonna kill me. You call this a diplomatic solution? This is where the fun begins. This is where the fun begins. Hello there. Jin. Да господи. Опять выпало. Сколько? Все, положи меч, не крути его больше. Пожилой доместос. Его сегодня нет с нами. Даника нету, есть мы. Дуку. Так ты что, снимаешь? Нет. Снимаешь окончание нашей работы, очень серьезной, которую ты готовился. Заглушки теряли. Заглушки теряли, да. Совесть сценарий стирали. Сценарий написал штаны такой, что с портили, первого меня раза лаком не запомнишь. Мазали. Покажи деда лак. Били. Деда меня били, кидали меня дважды, да, на пол. Но я, в принципе, не против. Я сам этот сценарий писал, чтобы меня вот это... Так это ты писал? Что-то я писал, что-то нет. А-а-а. Но только в моем представлении было так, то, что чисто обрыв прыгать, и кадр сменится, и вас не будет. То есть вы не должны будете прыгать. Все. Так вот, обрыв же есть. Обрыв же есть, только если дедушка упадет, он потом не выберется для роли Палпатина. И будет немножко обидно. Придется звать дружка. Режиссер. А как же каскадеры работают? Вы каскадер? Дедушка может каскадером сработать. Я же там тебя отработал. Площадка есть у меня, куда да прыгать. Я помню. Ну а чего ты боишься? За дедушку боишься? Ну спасибо. Спасибо. Все, мы возвращаемся, друзья. Всем спасибо, всем удачи. Всем камыш. До новых встреч. Ну что, дорогие друзья, вы же не знаете самого главного. Что самое главное? А самое главное, я сейчас бороду буду брить. Она меня уже замучила. И только ради тебя. И ради твоих подписчиков. Меня? Да. И ради твоих подписчиков.
Дуку пошел бриться, становиться Палпатином. Друзья, съемки кончились, как и силы всех актеров. Ну и вот Дуку нам приготовил омлетик. Омлетик, ну-ка. С помидорчиками, пожалуйста. С помидорчиками. Присаживайтесь с нами. Трапеза, сгущеночка на потом, так что все у нас схвачено. Все. Операторы, режиссеры, актеры, все приятного вместе. Приятного аппетита. Удачи. Подкрепляемся. Я не так.